Добрый день еще раз, мои дорогие, любимые. Иду к российскому посольству, смотрю, там вообще никого нет. Петр уже побежал. Так, быстро, быстро пошел. Я раньше ушла оттуда со Штефана Челмари. Раньше ушла оттуда. И смотрю, ну я сказала ему, что я иду еще к российскому посольству, потому что он был с утра, а я не успела. Я стояла там, все ждала. Ой. Так что он меня обогнал. Все-таки он меня догнал и все-таки обогнал. Так что вот так. Ой, столько цветов, я уже даже издалека вижу. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Сегодня. И завтра приду. Ой, даже венки, ничего себе. И завтра приду. Ну, если дождя не будет. Если будет дождь, то нет. А если дождя не будет, да, завтра приду. Обязательно. Вот мужчина идет с цветами. Будут люди идти. Сегодня день траура. Ой-ой-ой. Все, смотрим. Без комментариев. Когда были, так же было, да? Вот это венка не было. Ага. И там игрушек было меньше. Ага. Понятно. Да, конечно. Свечей много. И цветов. Если были, то очень мало. Мир должен быть везде. Везде мир. И на Украине. И на всей планете. Не должно быть такого, чтобы люди жили и погибали. Неужели не... Или... Мнение мое. Надо и мнение. Я за мир во всем мире. В первую очередь.